Парад под окном. Напередодні Дня перемоги молодь отправилася віншувати ветеранов Великой Айчинной войны. Разом с музыкантами и артистами яны наведывают героев по их месту жыхарства. Першая гостей сустракала гамельчанка Аэліта Самсонова. У дворы яе дома урачистым маршем прошла стяганосная группа и кадеты. Артисты гомельских городских оркестров выконали марши и вальсы военной пары. Не обошлося без легендарной песни «День перемоги». Активисты ВРСМ уручили поважанной гамельчанцы кветки и подарунки и подяковали за мирное небо над головой. У свою чергу Аэліта Самсонова поделилась с молодью военными вспоминами. Было очень трудно, было очень страшно, особенно когда я первый раз попала, оказывала раненым помощь. Руки, ноги трясутся, сердце выскакивает. Слезы текут, а перевязывать надо, а у раненого из артерии хлещет кровь, и это страшно. Ну, потом, конечно, уже все, не то, что привыкли привыкать к крови, это невозможно, но уже, так сказать, могли себя брать в руки. После удельники акции на святочном автобусе памяти отправились по наступным адресе. Мероприемство уходит у патриотичный проект БРСМ «Кветки Великой Перемоги», який проходит во всех районах в области.